Компания «Мегафон» Южная Осетия с Баракотта и в год Кориса абонента с сайда Бахалтуи и с схема «Масон Зангарджета Африка» и «Алахозунах Санадамун» номер тайсисты компании абонента «Хэхта» «Ихцаси» «Сена» «Хусак» «Алахозун» «Сумма» «Тайстер» «Седеста» «Мегафон» «Клиента» «Хэхта» «Кацета» «Фастама» «Фадзерту» «Ихсанадамун» номер там «Ахам» «Вара» «Бахалтуи» и «Россия Федерации» «Бассинада» и «Вайу» «Оператор» «Клиента» дар сайда Бахаг абонента «Кордиатта» «Рвестер» «Седеста» «Технологию» «Нама» «Финансун» сайд «Мару» «Адзене» «Ва Россия Федерал» центра кухторя канагма. По итогам этого расследования мы можем сказать, что наши абоненты столкнулись с массированной мошеннической атакой, которая носит название «Вангири». В переводе это «один пропущенный звонок». То есть злоумышленники провоцируют абонента перезванивать на незнакомые номера с международными кодами по очень дорогостоящим международным тарифным направлением. Абоненты, которые не проявляют должной бдительности и перезванивают на данные незнакомые номера, теряют, конечно же, денежные средства. Отца обрежета маис ноже дарил схема, ама уемагаска саинс абонент. Фазурен самазаган сума абонента низ калун тхас, ами анх маис терцаузеста санкцитам. Водон сайраган санут самай сам абонент фастама азура, ама уцарастаже ех саис терцаве. Все номера, которые были выявлены, с которых поступили звонки, были заблокированы нашей компанией. Мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы оказывать не только качественные услуги связи, но и обеспечивать безопасность наших абонентов. Поэтому мы просим, если вы столкнулись с данной ситуацией или с похожей, просим настоятельно обращаться к специалистам по качеству обслуживания в наш офис. Компания «Мегафон» Южная Осетия курая абонентай самай ой церцаст ахам номер тай самко бадзурой уад. Фецаджи дару дон сакус дарой номер гудма, ама сам мадзурой фастама. Тедет Роза Харибатар 0 дин фармасон рахт абон.